Вот эти кадры пришли из Индии. На территорию школы пробрался леопард. Детей внутри не было, и поймать дикое животное вызвались смельчаки. В итоге 6 человек пострадали. Вот один из них уже спасается бегством, однако леопард не дает мужчине перелезть через забор и атакует со спины. Как заявляют очевидцы, среди пострадавших ученый, лесник и оператор местного телеканала. Леопард расхаживал по окрестностям 10 часов. В итоге его пришлось усыпить. Позже хищника выпустили на волю в соседнем заповеднике.